14 апреля в Каспийской гимназии номер 7 состоялся муниципальный этап городской олимпиады по вопросам избирательного права и процесса. Она проводится ежегодно среди воспитанников старших классов, которые стали победителями в школьном этапе. Школьный этап олимпиады проходил в период с 3 по 7 апреля в школах города. Сегодня мы проводим городской этап олимпиады. Победители городского этапа олимпиады будут присутствовать, принимать участие в финальном этапе республиканской олимпиады, который пройдет 26 апреля на базе Университета народного хозяйства. Основная цель проведения данной олимпиады – это формирование у школьников политической культуры, гражданской зрелости, выявление у обучающихся творческих способностей, интереса к правовым дисциплинам и многое другое. По словам председателя Лины Перцевой, тесты разработаны территориальной комиссией совместно с управлением образования города Каспийска. Тестовые задания у нас несложные. Они предполагают знания, основополагающие знания немножко Конституции и основ избирательного права и процесса. Ну, в принципе, порядок голосования, время голосования, некоторые права наблюдателей и других участников процесса мы разрабатывали с учетом знаний, которые получают учащиеся 10-11 классов. Учащийся, набравший больше всего баллов, будет допущен к финальному республиканскому этапу. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».